где в Москве самый красивый сиреневый сад? Жители Северного Измайлова с уверенностью могут ответить – у нас. И будут правы. Лучший способ в этом убедиться – приехать и увидеть сотни цветущих кустов своими глазами. Но прежде чем отправиться в сад, несколько слов об Измайловском районе. Его история неразрывно связана с Истромынской дорогой, которую проложили более 1000 лет назад. Сейчас на ее месте проходит Щелковское шоссе. Подошли к главной достопримечательности – Сиреневому саду, который находится между Щелковским шоссе и Сиреневым бульваром. Весной, благодаря аромату, это место можно найти, даже не зная адреса. Восхитительное ощущение – невероятный запах сирени. На 7 гектарах этого сада цветет более 50 сортов сирени. Самый известный из них – красавица Москвы. Селекционер Леонид Колесников вывел ее к 800-летию столицы. Сорт получил международное признание и официально считается самой красивой сиренью в мире. В 50-е годы именно по инициативе Колесникова здесь организовали питомник для выведения новых сортов. И уже позже на его базе образовался парк «Сиреневый сад». В 2014 году у этого места началась вторая жизнь. Было проведено благоустройство. Выйдем из сада и прогуляемся по Сиреневому бульвару. Здесь по нахоженным народным тропам проложены плиточные дорожки. Установлены скамейки с навесами, качели для детей и взрослых. Желаете подвигаться? Пожалуйста. Вот вам спортивные площадки для всяческих активностей. Поблизости есть интересный объект – дворец спорта Измайлова. Он был построен к Олимпиаде 80 и считался самым крупным в олимпийской истории сооружением для состязаний тяжелых атлетов. После Олимпиады в его стенах были обустроены залы и арены для занятий различными видами спорта. На этом наша короткая экскурсия по Северному Измайлову завершается. Приезжайте сюда сами, особенно когда цветет сирень.